Хочу порекомендовать вам свой автоподбор. У нас самые низкие цены в Республике Беларусь. Наши специалисты имеют большой опыт работы в автосфере. Найдем вам автомобиль в хорошем состоянии. Присутствуем при сделке, торгуемся за каждый ваш рубль. Все ссылочки я оставляю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Всем привет! Нахожусь в городе Минске. Улица Машиностроителей, 26. Это Атлант М. Сегодня посмотрим БУ автомобили. Всем приятного просмотра. И вот начнем с Kia Rio. Кстати, Kia Rio очень такой свежий на самом деле. 2021 года, 1.6. Бензин, 123 лошадиные силы на механической коробке передач. Но пробег, несмотря на то, что автомобилю, по сути, может быть, еще и года нету, 130 тысяч. Цена 41 390 белорусских рублей. Из нюансов, вот такие вот нюансы есть по стойке, то есть сдертая получается здесь краска. Такие вот моменты неприятные. Салон ткань, шестиступенчатая механическая коробка передач. Да, могу предположить, что может быть с под такси какого-то, в общем, скорее всего, потому что пробег такой, ну, не знаю, это за год наездить 130 тысяч, это очень-очень много. Следующий, это тоже уверен, что это с под такси. Цена, конечно, у этой Весты неплохая. Это 2019 год, 1.6 бензин, 106 лошадиных сил, 205 тысяч указан пробег. Цена 20 363 белорусских рубля. Если переводить в доллары, то это меньше 8 тысяч долларов получается. Ценник на данный автомобиль. Но это подозрение у меня, что это все-таки с под такси. Можно видеть, здесь облазит лакокрасочное покрытие на заднем крыле. Ну и также есть повреждения по передней части автомобиля, вмятина на капоте. Видно, вот эта вот пластиковая решетка, она паяная, запаяли ее. Хромированная вот эта накладка, она сломана. В общем, автомобиль с небольшими повреждениями. Renault Duster 2013 года с двухлитровым мотором на 135 лошадиных сил, 180 тысяч указан пробег, на механической коробке передач 26 336 белорусских рублей. Грубо говоря, получается 10 тысяч долларов. Ну, может быть, 10-100 на сегодняшний курс. Шестиступенчатая механика, салон ткань. Их здесь на самом деле таких дастеров два в одинаковой комплектации. Могу предположить, что одна и та же контора, скорее всего, сдала их сюда на реализацию. Здесь Renault Logan 2012 года, 1.6 бензин, 90 лошадиных сил, 260 тысяч указан пробег, 21 206 белорусских рублей просят за данный автомобиль. Ну, могу от себя отметить, что Logan, что Dacia, что Largus, ну, Lada, в принципе, вот этот удачный кузов, они также были семиместные, но в этом случае это пятиместный вариант. Отличия на самом деле минимальные. По размеру кузова он одинаковый, что семиместный, что пятиместный. То есть, что в семиместном открывается заднее окно, приоткрывается, и третий ряд сидений. Вот, собственно, Duster, о котором я говорил. Второй Duster, все то же самое, что и у предыдущего. 2013 год, только пробег поменьше, здесь 176 тысяч. Ну, а так, то же самое, 2 литра бензин, 26 336 белорусских рублей, и визуально они очень схожие. Еще одна Lada Vesta, тоже, кстати, подозрение мое, что она с под такси. Стоит она столько же, сколько и та, которую мы показывали первую. Она без повреждений уже, то есть передняя часть автомобиля, весь он так визуально целый. Есть, конечно, вот такие вот коцки, потертости, не без этого. И пробег здесь немножко меньше. Это тоже 2019 год, 106 лошадиных сил, 1.6 бензин на механике. 154 пробега, 20 363 белорусских рубля. Ну и она, конечно, визуально по состоянию на порядок лучше, чем ту, которую я показывал предыдущую. Хотя тоже есть нюансы. Разбит задний фонарь, то есть он под замену. Ну а так, и отсутствуют парктроники, можно видеть. Колесо спущено. Здесь такой вот Hyundai на автоматической коробке передач. Акцент 2013 года. 123 тысячи указан пробег, 1.6 бензин, 25 106 белорусских рублей. Если переводить доллары, это получается где-то 9700, 9800 приблизительно ценник на данный автомобиль. Вот этот вот Polo, он зарезервирован, на том Polo нету цены. И вот, собственно, черный
2016 года, 1.6 бензин, 110 лошадиных сил, пробег 86 тысяч. В принципе, учитывая, что это 16 год, если пробег оригинальный, то, в принципе, неплохо. 32 570 белорусских рублей. Ну, грубо говоря, получается 2 с небольшим, 12 с копейками тысяч долларов ценник данного автомобиля. Кому надо более точная цена в долларах, калькулятор вам в помощь. Полик в черном цвете. Визуально, вот даже такая вот хромированная накладка присутствует. Немножко она такая деформированная. Задние парктроники. И относительно в неплохой комплектации. Еще один Kia Rio. Можно видеть, скорее всего, были повреждения по передней части автомобиля. Так. 21 года, то есть тоже автомобилю порядка 1 года, может даже и меньше. В зависимости в 21-м, в каком месяце его купили. 120 тысяч указан пробег, 123 лошадиные силы, 1.6 бензин на автоматической коробке передач. 43 990 белорусских рублей. Вот такой вот Kia Rio. Ну, бампер сразу под окрас. И есть, кстати, повреждения и по этому бамперу, то есть его надо делать, паять, а может быть на добрый толк и поменять. Все-таки машина 21 года. Также есть повреждения по капоту, можно видеть вмятина, но в остальном визуально вроде как целый. Вот этот вот Duster, он посвежее 2020 года. Единственное, что это такая бомж-комплектация, самая простенькая, получается 20 год. 1.6 бензин на 114 лошадиных сил. На механической коробке передач. Чем интересен? Пробег 26 тысяч. Но цена 21 870 белорусских рублей. Грубо говоря, 20 тысяч долларов. Как отличить минимальную комплектацию? Достаточно просто. Не окрашенные зеркала. Не окрашенные рейлинги на крыше в черном цвете. Не окрашенные накладки порогов. Ну и 1.6 мотор. Скорее всего, переднеприводный автомобиль. Салон ткань. То есть бедненькая относительно комплектация. Но видно, что литые диски как допы, наверное, брались, потому что обычно у них еще идут и диски штампованные, металлические. Французский автопром вот так вот обосранный стоит, значит, наверное, скоро заберут, купят. Как говорится, говно к деньгам, ну как-то так. 207-й Пыжик 2010 года, 1.4 бензин на 90 лошадиных сил получается. На автомате 15 240 белорусских рублей, 135 тысяч указан пробег. Салон ткань, ну опять же коробка робот. Лично я не любитель роботов, совсем они мне не нравятся, но тем не менее имеет место быть. Ну вот это вот, если посмотреть, запотевшая оптика. От перепадов температуры, влажность, более сыр. Ну, короче, получается, что конденсат очень частое явление. Может быть, не сильно герметичная фара вот эта, потому что с этой все нормально. Ну и зазорчик такой, конечно. Ну, скорее всего, по морде где-то она получала. Еще один Kia Rio 2021 года, 1.6 бензин, 123 лошадиные силы. На механической коробке передач пробег почти 150 тысяч указан. 41 390 белорусских рублей. Вот такие вот нюансы здесь присутствуют. Такое ощущение, что просто дверь закрыли, может быть, и ключи остались в машине, ее открывали. Потому что вот здесь можно видеть, отгинали рамку вот эту. Шестиступенчатая механическая коробка передач. Такого трио. Но пробег тоже большой для 21 года. 150 почти тысяч, ну, предположительно, с под такси. Но это не точно, но скорее всего. Здесь Captur 2016 года, Renault Captur на автомате, 2 литра бензин, 143 лошадиные силы. Получается 186 тысяч указан пробег, 42 410 белорусских рублей за него просят. С такой вот черной крышей. Салон ткань. На автоматической коробке передач, как я уже сказал. Комплектация в целом неплохая. Не самая бедная, скажем так. Ну и также есть здесь еще и коммерческий транспорт, можно видеть. И вот можно видеть, давайте Полика посмотрим. Еще тут Kia Rio присутствует. Вот такое вот Rio. Все три в белом цвете.
Kia Rio 21 года, 1.6 бензин, 123 лошадиные силы, на механической коробке передач, 135 пробега, 41 390 белорусских рублей, тоже предположительно спорт-такси. Пробег просто большой. Ну вот это уже более интересный, мне кажется, вариант. По крайней мере, может быть не ценой, но характеристиками. Смотрим, 2020 год. На механической коробке передач 1.6 бензин, 90 лошадиных сил. Пробег всего 12 тысяч километров. По сути, новый автомобиль. Цена 53 150 белорусских рублей. Это получается 20 400 долларов, 20 500 долларов приблизительно. Стоимость данного автомобиля. Салон ткань, пятиступенчатая механическая коробка передач. Есть вот такая вот небольшая вмятина на заднем крыле. Ну а так в остальном визуально выглядит неплохо. Здесь Kia Sportage. В такой относительно небогатой комплектации. 2017 года на механике. 141 тысяча указано пробега. 1.6 бензин. Скорее всего на переднем приводе, не полноприводный. 45 980 белорусских рублей. По салону салон ткань, шестиступенчатая механика. Ну, комплектация такая, ближе к минимальной, наверное, все-таки. Ну и коммерческий, конечно же, транспорт, он тоже тут присутствует. Вот такие вот Renault Master грузовые с нарощенной крышей, цельнометаллические. 2.3, турбодизель, 2014 год, 400 тысяч, здесь указан пробег. 37 630 белорусских рублей за него просят. Вот такой вот. Ну, есть вот такие вот нюансы по кузову. А вот здесь вот вмятины можно видеть по боку автомобиля. Ну, грузовик, что тут скажешь. И также можно видеть мятые задние двери. Такое ощущение, что тоже его вскрывать тут пытались. Не знаю, в общем. И еще один мастер. Ну, этот, кстати, визуально получше. По крайней мере, по кузову, так вот, на первый взгляд. 2014 года. Ну, тут пробег, правда, 702 тысячи. Хотя, может, и в том такой же, может, отмотанный. Не знаю, честно, не знаю, ничего утверждать не буду. Предположение. 2.3 турбодизель, 33 608 белорусских рублей. Ну, и есть вот такие вот газели, фургоны. Давайте бегло их тоже покажу вам. Вот этот газель Next 2016 года, 161 тысяча указано пробега. 2.7 газ-бензин. 27 596 белорусских рублей. Ну, есть вот такие вот коцки, царапины. Коррозия тоже присутствует немного, но тем не менее есть. Тентованный. Ну, на самом деле тент целый. Потертости, конечно, есть, но он, по крайней мере, целый. Вот этот, конечно, визуально немножко похуже газель, хотя ценник, я думаю, будет такой же. Во-первых, здесь коррозии побольше можно видеть. Вот на этих швах. Также низы дверей здесь пошли уже. Но ценник, я думаю, будет такой же, как и у предыдущего. Да, 27 596 рублей. Все то же самое. Пробег 136 тысяч указан. Такой вот аппарат. Есть вот сколы по лакокрасочному. Ржавчина уже пошла. И что смущает? Вот покажи на тот. Вот обратите внимание, попереду там крюка никакого не вкручено. А теперь сюда. А здесь крюк включен, такое ощущение, что его на трассу тянули. Ну, могу предположить. В общем, не знаю. Ну и с этой стороны тоже есть потертости всевозможные, царапины. Вот оно, газовое оборудование, газовый баллон. Ребят, это было машиностроителей 26, который в городе Минске находится, Атлант-М. На этом все. Не забываем поставить под этим видео лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны. Всем удачи на дорогах, всем пока.